Сергеевна, я с большим удовольствием передаю вам слово. Елена Сергеевна, ведущая сегодняшнего музыкального вечера. Надеюсь, что вы получите огромное удовольствие. И можно мы свет приглушим в зале? Да, да? Конечно. Чтобы вы как вот в настоящем зале, концертном, да, насладились. Ну, а Марина, все внимание как раз будет на артистов. Елена Сергеевна, мы не будем подсвечивать, она и так светится. Много теплых слов я услышала сегодня, и надеюсь, что все будет взаимно, и вам будет приятно. Конечно же, иначе не должно быть. Наш концерт называется «Скоро осень, за окнами август». А открывает концерт Константин Газулин с произведением «Аллилуйя». Кто из вас смотрел фильм «Шрек»? Скажите, пожалуйста, поднимите руку. Никто не смотрел. А, смотрели. Продвинутые, очень, очень современные люди. Да. Она называется «Аллилуйя» и сочинил ее Леонард Коэн. Сочинял он ее долго, трудно и, в общем-то, с большим трудом. Наконец он разродился такой вот музыкой. I've heard there was a secret chord that David played it and pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major leap. There was this year.